Астропрогноз на 26 марта. Овен. Гороскоп советует Овнам смотреть на происходящее реалистично. В любви доверяйте своей интуиции. Телец. Старайтесь ни с кем не делиться своими планами на будущее. Плодотворно сложится командировка. Близнецы. Если что-то пойдет не по плану, не торопитесь с выводами. Финансовые проблемы решатся сами собой. Рак. Совет близкого человека вам сегодня не помешает. Все важные дела лучше решать во второй половине дня. Лев. Пришла пора отдохнуть и спланировать дальнее путешествие. В личной жизни вас ожидает успех. Дева. Не позволяйте эмоциям взять верх над вами. Если понадобится помощь коллег, не стесняйтесь говорить об этом вслух. Весы. От того, как вы сейчас будете выкладываться на работе, будет зависеть конечный результат. Возьмите волю в кулак. Скорпион. Старайтесь абстрагироваться от негативных мыслей. Во второй половине дня есть шанс заработать. Стрелец. Никто не выполнит вашу работу так, как сделаете это вы сами. Вечер можно посвятить культурному отдыху. Козерог. По отношению к начальству старайтесь проявлять тактичность. Избегайте споров в семье. Водолей. Гороскоп советует водолеям более бережно относиться к своим финансам. Не афишируйте личную жизнь. Рыбы. Больше уверенности и упорства в работе вам не помешает. От второй половинки ожидайте сюрприз.